Бегемотов неохотно берут в зоопарке из-за одной их привычки. Что это за привычка? Да, Саша? Они когда срут, они хвостом так вот и раскидывают все дерьмо повсюду вокруг. Но это, кстати, для привлечения самок это используется во время брачного периода. Они срут, серят и... У меня почему-то так ни разу не получилось. И улетают домой. Да, не так делают. Потому что одного бегемота не возьмешь. Ему будет скучно, нужна бегемотиха. А ей тоже скучно, нужны подружки. И это слишком много бегемотов. Получается, чтобы, в принципе, иметь бегемота в ассортименте зоопарка, их нужно где-то с десяток. А это too much, я считаю. У тебя очень красивый ответ, и мне он очень нравится. Но проблема в том, что правильный ответ про говно, который дал Саша.